по-моему, турнире Лиги Чемпионов. Если, кстати, считать квалификационные матчи, у Макаби ведь был довольно там, непростой путь. Прошли сначала в чемпионате Украины, ну и в Лиге Чемпионском турнире тоже. Но вот зато этот штрафной, который заработал Ермоленко, киевляне превращают в забитый гол. Для него первые в этой чемпионской лиге. Ну, сначала тут вообще едва не случился автогол, да, потому что вот этот срезка, мяч от Бенхайма летел в собственные ворота. В ворота Макаби успел дотянуться до этого мяча Райкович и вообще вытащил от своего -то совершенно сумасшедшим образом. Но рядом оказался Гармаш, который воспользовался ситуацией. Рыбалка исполняет очередной штрафной. Подача. Ну и вот он был шанс. Вот он был шанс, потому что Гармаш был первым на мяче. И даже не выпрыгивая, он здесь мог пробить. Поворот навешивал Рыбалка. А Гармаш, в свою очередь, ну, не то чтобы освободился от соперника. Соперники сами его освободили. Подача. Вылез. И удар за пределы штрафной. Здорово. Ну вот можно и так. Можно и так играть. Бил с полулета. Почему? Да, мяч ложился хорошо. На ногу пытался в дальний угол попасть. Ну, здесь, по-моему, контролировал ситуацию. Райкович мяча не дотянулся. Но если бы мяч шел в створ, то, я думаю, Предрак Райкович его... Рыбалка очередной штрафной выполняет. Ну, и опять очень такая коварная подача. Ну, вот так забить головой сложно. Не по встречному мячу, а и сам Гонсалес стоял на месте, да. То есть, ну, никакой инерции движения, кроме, собственно, вот... движения головой, которое он сделал...